Всем привет, вы находитесь на канале Фастгуру ТВ. Мы с вами сегодня полностью проходим дополнение для игры, потрясающей игры Ghost Runner, которая называется Project Hell, и мы будем играть за того самого персонажа, за того самого первого босса-человека, если это применимо, к Hell. Мы будем проходить полностью, перед тем, как мы начнем, обязательно вам нужно поставить лайк под этим видео и протолкнуть это прохождение настолько далеко в топ, насколько это возможно, потому что для того, чтобы пройти до дополнения, я купил игру целиком второй раз в Epic Store. Она у меня была в Steam, пришлось покупать ее в Epic Store, потому что дополнение приобрести в Steam невозможно. Вот. Но мы не унываем. Мы будем надеяться, что все будет хорошо. Ghost Runner, Project Hell. На всякий случай проверяем настройки. У нас 2К, все на ультра и трассировочка лучей в кл. Применяем настройки. Я не знаю, почему они не были применены на самом деле до этого, вот странно. Но у него была проблема с рейтрейсингом. И летим. Просто летим. Новая игра. Сюжет загружаемого контента разворачивается после событий основной игры Ghost Runner. Мы можем начать с него, но мы настоятельно рекомендуем сначала пройти основную. Только она у меня пройдена, вы что, дураки, что ли? Правда, не в этом сохранении, но неважно. Прохождение основной игры, кстати, можете посмотреть по ссылке в описании. Restraints released. Can you hear me, machine? Affirmative. Get moving. Let's see how bad it's gotten. Ох, вспомнить бы, как еще в нее играть. Ну, сейчас руки быстро вспомнят. Подфриживает, да, чуть-чуть? Воу! But he loves the girl more. A disaster strikes and there's not enough food to support everyone. Whom will the father sacrifice? The fat one. Of course. Так, у нас главный герой основной части игры не умел так высоко круто прыгать. У Хель новые способности. Тихо. Two. A wounded enemy is lying at your feet. He is suffering excruciating pain and begs you to kill him. Do you? No. Why not? He's an enemy. Permission to enable motor overdrive. Granted. Рывок. Ну, такой же рывок в целом. Testing course is now live. What is this place? Why did the cells open? Hell if I know. We need some kind of rescue on. You're right. I have a bad feeling about this. Противники ближнего боя? Подожди, что? Чё-то новенькое. Даже не был готов к этому. Пошли к чёрту. While the child is talking, you notice a snake. While the child is talking, you notice a snake in the grass, about to strike at them. What do you say? Nothing. Because it's a dream? Because I don't know the way. Убейте врагов, ищите маховики ярости, чтобы пополнить ее запас. Ярость? Permission to enable surge driver. Всплеск. Search protocols intact. No need to re-upload this time around. Мы можем это использовать везде. Круто. Тихо. Спокойно. Пока на шкале более 50% вы находитесь в состоянии ярости. Не успел дочитать чуть-чуть. Ghost Runner.
Как только отражающий щит сломается, зачтив от одной атаки. Как только он исчезнет, ярость снизится до нуля. Deflector shield operational. This is Commander Sasamori reporting in. Speak. Hyphen, Hydra, and Avaya divisions are ready to launch Operation Precipice. However, Fenrir division remains silent. Траекторию теперь нарисовали. No. You will proceed with the deployment of Typhon division and then assume command of all the base troops. I'm handling the Kunin personally. Yes, Keymaster. Куда ты лезешь, сладенький? Keymaster, this is Bakunin. I... Time is running out, Commander. I'm told you still have doubts about Operation Precipice. You ought to sort out your priorities. That's... Куда? Precisely... That's precisely what I've done. And that's why I have to respectfully decline your orders. I don't need your respect, Commander. I only need your obedience. Gather your troops and start boarding. This is your final warning. Так, лишний раз мы не шифтим больше. Надо это запомнить. Мама, а что делать? А вот так вот просто перепрыгнуть последнюю платформу, кому она нужна? К чертовой матери. И тебя к чертовой матери. Four. What will happen after you die? I won't die. Clarify. I am not alive. Так, а как туда попасть-то? Здесь разве можно бегать? Да, можно. Мне показалось, что эта стена не такая надежная просто. Вау, как ты не попал-то ударом? Бывает. А, я сразу прыгаю на электричество. Прикольный тайминг. Тут можно сделать вот так вообще. Половину проблем просто избежать. Вау, ну что такое? Кстати, парирование все еще работает снарядов. Ну, а это когда-нибудь закончится платформа того? Ну, я понял. Примерный маршрут ясен. Так, прелестно. Зачем я сюда прибежал? Непонятно. Так, этот стреляет и стоит очень надежно, зараза. А, смотри, вот туда надо просто. Надо накопить себе ярости. Возможно, убить человека... Нет, да, можно так убить человека, действительно. Нафиг. А теперь, ребята, вы идете ко мне. Господи, как же она круто прыгает. Но, к сожалению, бесконтрольно. Так, возьми себя в руки. Возьми себя в руки, уничтожить это. Уничтожить это. Уничтожить это, уничтожить это, уничтожить это. И до того не дострелю уже. Ну и ничего. Только думает, что он в безопасности. Вот и все. A trolley is approaching five people tied up on the tracks. You can do nothing and let them die. Or you can divert the trolley to a sidetrack where there's one tied up person in the way. Who are these people? It doesn't matter who they are. Then it doesn't matter if they live or die. Whoa! Он успел выстрелить, зараза. Маленькая. Так, сейчас, ребятки, подождите. Сейчас я сначала вам генераторы все перерублю. Ничего личного. Слушай, ну благодаря ярости можно избавляться просто от всей комнаты сразу.
6. You're tasked with apprehending a rogue android that's outwardly indistinguishable from humans. It's hiding in a group of 5 civilians. You have to act fast so that it doesn't hurt them. How do you detect the android? I check their insides. Так, а к ним нельзя подходить? Вау! Вау! Взорвись, пожалуйста. Так, это была игра «Убей настоящего», если что. Я не то чтобы это планировал делать вообще, но в принципе тоже пойдет. Блин, она стала еще динамичнее, я обожаю эту игру просто, боже. Сенсу, наверное, я бы подопустил чуть-чуть для себя, но, в принципе, уже привык. Турелька стоит. Да, господи. Да, микроконтролить персонажа проблематично. You were charged with protecting 3 VIPs during a public event. Before you can react, an assassin kills one of them in attempts to escape. You can go after him and risk leaving the other VIPs unprotected. Or you can let him go and protect the ones left. What do you do? I chase him down and kill him. But what about your objective? I've already failed. Why chase him then? А, электричество, не обратил внимания. Так, а почему? Да, вот иногда не попадать, это тоже грустновато чуть-чуть. Во, успел. Да что ж такое? Давай вот сюда. Кто? Как? Чем? А-а-а, турелька стоит. Причем она с автонаводкой. Так, нет, это точно сюда сначала. Делаем раз движение. Два движения, когда в тебя не попадают пули, короче. Как так можно было, Хейль? Так, уничтожаем. Теперь через эту сторону быстренько избавляемся от турели. Которая, конечно же, управляется просто с... Ну, это было максимально тупо. Я приклеил к стене просто. Так, не, план все еще идеальный, на самом деле. Я все еще горю им, просто чуть-чуть не получается. Но это нормально. Не, правда, игра стала еще динамичнее, то есть, типа... Да как это происходит? Даже хочется уже посмотреть, что скедранеры с ней сделают. Это просто люто. Единственное, очень сильно, да, напрягает... Да серьезно! Там еще одна турель или что? Не понимаю. А, там еще одна турель. Да, и поэтому у меня ваншоты, это все, я понял. Что спидранеры будут делать с этой игрой? Мне просто, правда, интересно. Потому что пока был хайп, я смотрел спидраны по основной части Ghost Runner, и это было... Кстати, не сказать, что прям очень быстро. Ну, то есть в какой-то момент я начал понимать, что происходит на экране. Блин, но электрический пол — это просто жесть. Не передать словами, насколько противная. Готово. Testing complete. Hell unit operational. But at risk of further mental destabilization. You will head to the upper retina station and detain command. Еще одно пробуждение, уровень пройден. Артефакты мечи. А, да, тут можно что-то искать, я даже не подумал. Серьезно, я лечу просто, у меня же скорость, флоу. Вы чего? Новое улучшение, подожди. Панель для калибровки Хейль. Это панель для калибровки Хейль. Здесь вы можете настроить свои умения параметры.
У ХУСП есть некоторое количество ячеек, куда можно... Ну, как это было, да. Модули улучшения. Каждый модуль усиления, размещенный на панели, повышает какую-то характеристику. Точки ярости на панели. Есть три точки ярости. Если вы решите оставить их пустыми, окружить модулями усиления, то откройте дополнительные способности. Так, у нас что-то уже открыто. Во-первых, тут есть несколько мечей, да, есть кодекс, артефакты. Круто. Так, рывок, доп. Заряд. Тактическое превосходство. Контуры противников очерчены для лучшей видимости. Такое себе предметы, которые можно собрать, отображаются на радаре. Ну, вот как раз для того, чтобы, да. Боевое. Отбивать пули становится значительно проще, или всплеск действует на врагов, защищенных маячками и личными щитами. Тут, к сожалению, надо выбирать. Понял, пока так оставим. Воу. I won't be explaining my decisions to you, Commander. And I definitely won't be second guess. We're done here. Timing. You will try to avoid casualties. Requesting clarification. No killing. These are my men. Что это было? Он мертв? Тут что, открытая карта? Подожди. Допустим, потери, постараться избежать жертв. Стебетесь. О, что это такое? Это меч. Танатос. Выглядит отвратительно просто. Новый тип противника, кстати, летающая. Как-то надо жить. И вот вы думаете, что в такой ситуации я могу избежать жертв? Серьезно? Мои любимые роботы. Обожаю их. Потрясающие ребята. Да, я вообще не нажимал шифт, но как скажете. Так, прокатимся. Уничтожить. И отсюда, мне кажется, можно попасть. Отлично. И сдохнуть на платформе. Ну, хель, это было глупо. Даже для меня. Туда как-то можно попасть. Сейчас, секунду. Но я типа уже запрыгнул за какой-то за текстуре. А, смотри, вот так. Ну. Я не могу. Оно не работает. Вот. Смог. А, надо слушать сидеть. Я думал, запустится, мы будем бежать. And the base troops will receive their orders on the day of the attack, as to avoid potential leaks. I estimate they will be able to subdue all resistance in 6 to 8 hours. May I add that including Hell Unit in the operation would significantly increase our efficiency. I humbly recommend that you disregard the overly cautious voices, Keymaster. There is no such thing as an overkill when dealing with terrorists. Nor such thing as collateral damage when dealing with the basers. Also, I've taken the liberty of drawing up a contingency plan in case we need to speed up the subjugation. I'm sending over air filtering station blueprints along with detailed assault plans. Какой же музон шикарный в этой игре, боже. One that we've been inching towards for years now.
one that the Keymaster will triple. We will board the elevator, but we will not fight the rebels. We'll join them. If you want to leave, now's your chance. Прыгать нельзя. Как в обратную сторону вернуться, извиняюсь. Тут же буквально некуда идти. Причем это надо сделать быстро. Не понимаю. А, почему не понимаю? Все понимаю, только... Только, возможно, придется делать это два раза сейчас, чтобы взять предмет. Ай, не попал. Ну ладно. Ничего страшного. Болванчик? Болванчик-архитектор? Потрясающе. Так, я же могу, по идее, прям вот так залезть. Ну да, прям туда, куда даже не предполагали. Блин, ну как я скучал по этому ощущению. Реально, вот поиграть в эту игру — это что-то незабываемое и несравнимое. Настолько круто сделали разработчики. Просто вот уникальный проект, по-настоящему уникальный. Как там с жертвами, кста? Так, куда это изнуть-то? Ух, ничего себе. Я не должен здесь быть! Но тем не менее... Я жив. Я сделал? Я вроде сделал, но надо успеть. Надо успеть. No! Изи. Next in line. The rest are securing positions around the station. Good. You don't have much time before they come after us. Так я же дождался. А, я думал наоборот. Я вроде выключил, я выключил. Мой сладкий. О, прыгуны. Тут какие-то шустрые прыгуны стали. О! Так, оно же у меня, типа, не пробивает, да? Окей. Да блин, реально, с этим новым прыжком она так пролетает через все на свете. Это очень сложно контролировать. На. Ну вот, да, вот такое происходит. Так, окей, чуть-чуть помедленней. Чуть-чуть сбавим темп, ничего страшного. Просто я не попадаю в итоге. Так, это сбить. Это сбить. Это сбить. Сюда нельзя. Не активировать ни за что в жизни. Это убить. И последний товарищ готов. Так, где-то здесь можно активировать вот это, да? Чтобы активировать это, нужно выключить щит. А как его выключить? Наверное, отсюда. Ух ты! Да ё-моё, как я терпеть не могу этих роботов, если честно. Окей. Не могу сказать, что я что-то понял, но... Как бы кого это волнует? Да блин. Да блин. Умри.
Да почему не попал-то и потом еще и сорвался вообще в край? В этом не было плана, конечно. Само собой, само собой. Ненавижу, ненавижу этих роботов. Да блин, да направо же надо было, налево точнее. Вот так, вот так. Просто прыжок. Она, короче, вообще, если что, не может прыгать, знаете, типа ровно. У нее с этим прям жесткая проблема. И если куда-то прыгаю, то сразу... То это сразу такой очень серьезный прыжок. Это внизу, да? Подожди. Серьезно. Надо как-то опустить лифт. Могу еще сильнее его опустить? Нет. А если я сделаю так, то оно будет закрыто. Но там есть, смотри, дыра. Типа люк. Может, где-то здесь можно... Вот, все, нашел. Все под контролем. Убить всех. Допустимые потери. Но какие они еще могут быть? Я Хелли. Знаете, кто я? Меч. Господство. Ну, вот это посимпатичнее штучка. Но мне больше нравится... Ну-ка, давай попробуем этот поставить. Но он, кстати, красный. А, ну у него не так выделяется рукоятка, да? Может быть, и с ним можно походить. Мне нравится красный меч. Что он кайфовый. Они просто как-то странно его нарисовали в этом... Ну, в превьюм. Да, так, конечно, в игре красный вообще шедеврально. Это именно то, что нужно Хель. Но мир все еще потрясающе выглядит. Это вообще сказка какая-то. А, не тут... Но при этом вот эти очень длинные прыжки позволяют местами очень, ну, скипать моменты какие-то. Если там не попало особенно. Так, ничего себе тут связочка. А, не успел прыгнуть. И куда я? Вот сюда. И буду себя комфортно чувствовать, между прочим. Кто? Как? Почему? А, запутался в кнопках, называется. Сзади придурок еще один. Сейчас вообще в оригинале у меня хорошо получалось отбивать пули, но... Скажем так, навык был чуть-чуть потерян, скорее всего. Понятно, почему я не попадаю. Просто не попадаю. Готов. Так, а сюда... Наверное, отсюда, да, тоже, с этой стороны. Тут можно так бах и допрыгнуть. В оригинальной части персонаж так хорошо прыгать не умел. Так, следующее. Щитоносцы. Видишь, игра даже, да, то есть она никак не знакомит с типами противников, просто потому что предполагает, что ты уже как бы все знаешь. Как ты там оказался, мать твою? Так, последний где? А мы действительно все знаем.
хитрожопый самый. Убить всех. Да господи, куда идти-то? Сюда, наверное. А, тут раз. Тут намудрили с выключателями. Окей. Там три выключателя сверху, справа, слева. Раз, два, три. Я понял, тут все на лифтах. Ну, наверное, вниз, чтобы можно было пройти отсюда. Только начинать нужно прям здесь. Типа мы заходим, пробегаем. И, наверное, чтобы подобрать артефакт, надо будет сначала пробежать поверху, наверх. А, наверх еще нельзя, вроде как. Сюда и вроде как вот так. Если каких-то дополнительных стенок там не вижу, то вроде это путь. К сожалению, там все посложнее. Просто так пройти нельзя. Так, давай смотреть тогда. А, через низ. Вот здесь нужно вырубить штуку. И нам как бы туда, но мы идем на артефакт. Кстати, да, в этом дополнении всего 6 уровней, насколько я понял. И 2 босса будет, а учитывая, как работают боссы... Наверное, 2 из этих уровня как раз являются боссами. Ну, то есть по логике 3 и 6. Вот видите, о чем я говорю? Сбор артефактов, он немножко фол сбивает, потому что надо там сюда сходить, туда сходить. Ну и лифт перенаправить. Я бы уже всех здесь вырезал. Это энергетический щит? Убить всех! Где все это? Давайте, показывайте мне еще людей. Я готов. Готова. А, оу. А, окей. Это будет нелегко. Так, подожди. Я бы просто еще видел, где он кастует. Ну да, если я слишком рано начинаю слайд делать, то... То я делаю, слишком рано он попадает. I'm alive. О, нет, подожди, сразу и с обстрелом? Вы что, прикалываетесь? Так, этих ребят нужно парировать. А, стоп. Да господи, серьезно. Не могу попасть в тайминг. Готов, раз. Справа есть защита. Command,
Там кто-то под защитой или это щит на проход? А какая разница, да? Если все будут мертвы. Ну, вот уровень пройден. Одну аудиозапись где-то потеряли, да что ж такое? Ну, я не обещал 100%, в принципе, я и в Гострандере не собирал 100%, мне это было не то чтобы суперинтересно. Так, что с ним делать? Надо сначала понять принцип. Но там все будет легко. У него еще где-то два приспешника гоняют. Так, его надо парировать. Я даже не потерял его из виду. Что ж такое? Так. Он как Хель, что ли? Он с азиальными парированиями идет. Да это... Так. Раз, два, три. А, у него стамина бар сверху, смотри. У него... Это секира теперь. Это секира. А я хочу. Да, блин, бесишь. Раз, два... Да... А, с самого начала? Раз... Два, три, четыре, пять. Ну, блин, ну какой тайминг-то? Два, три, четыре, пять. Готов. Потом выживаем, и надо делать то же самое, но не умереть. Решили не облегчать боссов, потому что просто Густранери когда-то сбивал стату. Так, давай. Раз. Два, три, четыре. Бляха-муха, неважно. Главное не помереть. Два, три, четыре, пять, шесть. Готов. Нет. О, а тут сохранили. Ну, типа стадии босса. Было много сохранений. Я думаю, что на каком-нибудь супер-хардкоре есть и такая возможность. Типа там одна жизнь, все такое. Они бесконечно появляются, простите. Что-то, ребят, своими Assist Me, это очень, конечно, потрясающе, что такая крутая команда. Друг друга поддерживаете и все такое. Я такое не очень жалую. Надеюсь, это последний. Хрен там. Господи, что происходит на экране? Почему их так много? А может, мне на них надо нафармить рейдж и долбануть по нему? Да, тут хрен среагируешь, начинаешь... Неправильно двигаться, сразу все. Да, кстати говоря, так оно и есть. Так, два есть. Да блин. Да что такое? Никак не могу в длину атаки. Еще разок. Где мой рейдж? Воу!
I was ordered not to kill you. Are you ready to obey? I'll never stand down while innocent lives... Me neither. Commander Adrian Bakunin has been apprehended. Target is awaiting extraction at Upper Ratna Plaza. Right. Keep going. Так, новый меч, посмотрим, Чернобог. Будет оно лучше смотреться моего? Ну, кстати. Что-то в этом есть. Ну, какой-то странный, он не похож на меч. Он похож на... немножко другого типа оружия. Идите к индустриальному комплексу 4-го сектора. Ну, это был босс-файт, да, как я и говорил, это будет всего лишь одно сражение. Окей. Ну, то есть, еще два больших уровня, и босс, слушайте, отличное, на самом деле, дополнение вообще. Так, можно чуть-чуть перенастроить, я так понимаю, сюда, сюда, что здесь? Всплеск пробивания, всплеск действует на врагов, защищенных маячками личными щитами, всплеск DX выстреливает двумя перекрещенными волнами, которые утолщают заряды, волна всплеска в два раза шире. Блин, ну это, конечно, очень-очень сильно мешает. Яростный рывок. Рывок заряжается гораздо быстрее, когда вы в ярости. Рывок доп. Заряд 2. Рывок получает еще один заряд, но время его восстановления значительно увеличивается. Контуры противников. Поглощение отражения снарядов увеличивает шкалу ярости. Не, отбивание чуть-чуть не получается у меня, не будем мы это делать. Так, это что я поставил? Рывок заряжается гораздо быстрее, когда вы в ярости. Ну, а что еще? Ну, кроме, кстати, может быть, всплеском. Есть его вариант установить? Да, есть. Самое удобное. Сюда никак ничего не уместить нельзя, да? Кроме вот этого, если бы оно чуть-чуть... А можно повернуть? О, кайф. Только это не Тетрис, тут так не работает. Вот так зато можно сделать. Контуры противников увеличить. Ну, хоть как. Занимаюсь, FPS вернете? Слушайте, есть ощущение, что можно видео DLSS просто на сбалансированный поставить. Мне кажется, FPS должно быть постабильней. А сейчас странно, в основном у Страннери не было проблем с фреймрейтом. Как можно... Так не попасть-то было, ну. Типа, я не знаю, оно, наверное, в 60 кадрах. Я просто не могу даже включить счетчик, знаешь. Ну-ка, не понимаю, просто реально какие-то странные дропы. Масштаб обычный, DLSS, да, с баланс, да? Ну, все должно быть нормально вообще. Рефлекс на FPS особо не влияет. Scouts report them regrouping with the base gangs near Sector 4's main industrial complex. That's where the real fighting will begin. Surround the area and await reinforcements. The base troops are undisciplined and poorly trained. We're going to need huge numbers to secure victory. I'm sending hell. Yes, Keyman. Have you seen Keys shooting other Keys? What's that all about? They're on our side now. What? How did that happen? Shit, man, who cares? We need the help we can get. Just don't shoot the ones with our tower on them. Я вижу врагов, но где они? Так, мы там подобрали аудиозапись. Yeah, hello. This is the Keymaster. Chief Engineer Hodge here. Listen, I ain't got time for red tape bullshit. I've been somehow keeping this bugger running for the last 40 years. But I'm not a fucking magician, you know. Either I get the tritium by tomorrow, or Reactor 3 will go down.
for good this time. There's just not enough plasma in the system to jumpstart the cycle again. We don't have anywhere to borrow from either. Seeing as you cunts disabled two for your power grab, the hikers, or whatever the fuck they're called, took down reactor one. So Octopus Lady, unless you think you can run this godforsaken dumpster of a tower on 5 gigawatts, I suggest you send your goons searching for tritium. Stat. Either that, or go shopping for candles and blankets. Because you're gonna need a whole lot of them. Да как ты не убил-то его этим ударом? А, это у нас... Я же ударил. Ну, типа, не по нему, конечно, не попал. Тайминг. Кстати, это очень даже валидный способ сейчас был. Где он? Готов. А можно поиграть? Здравствуйте. Чуть-чуть аркады. Никому не помешает. Wait. I'm fine. Потрясающе. Типа, хель не попасть ни почему, это потрясающе. Так, а куда? Вообще, я могу очень кривым образом вот так вот залететь и здесь забрать еще один артефакт. Это карта внешнего мира. Внешний мир и бесконечное море руин, покрытое пеплом бывшей цивилизации. Временами подобная карта ходит по кругу. Наряду со слухами о секретных тоннелях под сектором 7 Нижнего района. Так, мы, короче, не умираем, если что. Надо как-то, типа, прыгнуть туда, но... смотри, вот сюда. Сейчас мы сделаем кружочек. Сколько противников? Судя по карте, просто миллион. Готов. Там где-то был артефакт. Куда падаю? Страшно. Так, ну-ка. Где-то тут. Сюда, наверное, надо запрыгнуть. Так. О! Нашел. Hello, boss. I just wanted to let you know that you were right after all. The experiment was a mess. I've reassigned most of the subjects to the shifter program and the most damaged ones to the mobile sentry. It was bad. The grafted organs keep overtaking too much of the core body functions. Necrosis was severe in most cases, and the scar tissue wouldn't stop growing in the others. Not to mention the neurological issues. I don't know if we can do it. The procedure is always going to be damaging. The question is, how many side effects can we live with? How unsettling the end result before it's not worth it? We're trying to save humanity, right, boss? Well, these men didn't look safe to me. Ну как спасти? Как тебе сказать? Серьезно? Господа? Мы из крутых. Еще. Как он попал? Это было так красиво. Ну серьезно. Просто бесконечный флоу. Улучшение не обязательно, в смысле. Ну, типа, я отлично справляюсь. Вполне себе. Диего, Джоуи, Коннор, check your fucking comms for once. Easy there, Diego. What's the problem? The climb is done for, man. We're fucking dead. Yeah, no, we're not. Details, please. 10 minutes ago, a fuckload of keys rolled in out of nowhere in front of the Hammer's den.
Now there's a hole in the ground where the den... Now there's a hole in the ground where the den used to be, and they're still out there, blasting everyone on sight. How's that for details? Calm down. Где-то слева есть еще один артефакт. Вопрос только в том, зачем я упал вниз. Вряд ли он здесь, ну конечно. Так, тогда тут должна быть либо дырка, либо куда-то можно запрыгнуть. Либо это будет дальше, не знаю. Да, скорее всего, где-то внизу. В тайминг попал в такой? Что за тайминг у вас такой? Да серьезно, к ним подойти нельзя. Нет, в принципе, если... Да ты... Они мне мешают. Ударь. Электрошокер. That's perfect. Gotta go. Stay in touch. Connor! Connor! Motherfuck! А, он, подожди, он тоже защищен. А чем? Типа этот щит открывает этот щит. А я сейчас просто бабахну вот здесь. Ну я же летел! Ну намек я понял, если что. Так, летим раз. И... моя ошибка. Моя бэр. Да как... заново. О, я жив. Что? Я не понял, как это произошло, но хорошо. Ну, это такой гениальный тайминг, они всегда, когда я подхожу просто к ним, они начинают бить об пол. Ну, вот опять. И он еще и не умер после этого. Так, это еще не все в этой комнате. Нет! А, понял. Ну, примерно, да, вот так-то делается. Так, на радаре артефактов не вижу. Но вижу еще больше куски врагов. Я не знаю, они закончатся когда-нибудь, нет? О, я знаю, где это. Стреляй давай. Что это было? Так, один кусок щита я вырубил. Второй кусок щита я вырубил. А теперь ты идешь к черту. Еще один меч. Возможно, как раз кровавый. Отвага. Он, кстати, прям реально кровавый. Меняем. Hey, Connor. You there? Diego was trying to reach me earlier, but I can't seem to get through to him. You have any idea what it's about? He's just jumpy. Needs someone to hold his hand for a while. Nothing to worry about? Plenty to worry about. But just the usual stuff. Fighting the power and whatnot. Here they come! Почему? Просто ни почему не попало, мать. Ага. Лучше сначала его убрать. А как его убрать? Он в типозу встал, я его убил. Просто оно засчиталось через задницу. Так, а где он? Еще раз, вот здесь. А, ну он в щите, само собой.
А теперь ты, родной, умрёшь. Как и ты, но попозже. Есть. А еще один враг где-то здесь. Так, как это вырубить? Мне есть где ярость тут взять? Слушай, не вижу. Паф должен быть, потому что отбоя мне не хватило. Хотя, кстати, я мог успеть, я просто не обратил внимания. Ну, типа, да, отсюда вот я запрыгнул. В принципе, отсюда мы пришли. А, я туплю? Я пипец туплю. Что это было вообще? Какая ярость. Ага. Just blew my neighbor into bits right outside my window. Mr. Tanaka was fucking me. How much of a terrorist, even by their standards? Connor, they don't give a fuck about who our allies or enemies are. To them, all basers are the same. Connor, they don't give a fuck about who our allies or enemies are. To them, all basers are the same. Trash. They're out to get us. Stomp out any actual resistance along with a good chunk of civilian population. It's probably just some new key lieutenant getting off on finally being in charge. Jesus Christ, man. What part of we're fucked don't you understand? Well, I've got a rebellion to run, so I can't exactly piss my pants over every little shootout. Now, can I? Tell that to Mr. Tanaka. I'm sure he'd be glad you're coping so well. Tell that to Mr. Tanaka. I'm sure he'd be glad you're coping so well. Почему она не попадает? Жесть, просто ее не доводят и все. И с щитом последний. Нет, еще двое. Ну, давай убей меня еще. Нет, он... Да бляха-муха, серьезно, просто. Ну, Хель, ну почему тебя не доводят? Типа просто невозможно попасть по противнику. Вы прикалываетесь? Они такие маленькие еще на такой скорости. Двух надо было. Вот как сейчас не попало? Готов. You will locate and eliminate the climber's leader. Enough time's been wasted on playing. It's okay, man. We're gonna be okay. Die, Kate! Weak. Oh god. Who is your leader? Where is he? Who? Уровень пройден, и мы не собрали один артефакт. Да что ж такое? Посмотрим, что получили. За убийство врагов немного увеличивается количество ярости. Чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее сокращается шкала ярости. Я бы как-то это установил. Так. Мне точно нужен прям этот дополнительный заряд. Да, он большой.
Так, это сюда, это не помещается. После каждого убийства шкала ярости ненадолго перестает сокращаться. Кстати, вот так можно поставить, и вполне неплохо получается. Потеряв щит, вы ненадолго получаете усиление скорости. Не, нормально вот так. I'll check in with someone and get back to you. Я обожаю тайминг этих мини-торов просто, что это такое? Стой! Вот так вот. Type of command. This is Squad 5 reporting in from Sector 4. There's like a ton of civilians here. We're practically elbowing our way forward. Is there a point to this report, Sergeant? It's really hard to tell who the enemy is, boss. Hammers and Bakunin's guys we can spot easy, but the rest of them all look the same. Useless, Bob. Type of command to all squads. Rules of engagement regarding civilian targets are listed. Он думал, что сможет уйти от моей ярости. Это было настолько глупо. Обо что? Our progress is slower than anticipated. The rebels are everywhere, and it's hard to... I expect results, not excuses. Бывает такое? I expect results, not excuses. This rebellion ends today, Commander. Make a choice whether it will happen thanks to your leadership or despite it. Yes, Keymaster. Do or die. That was close. Я ненавижу этих братьев. Почему они просто специально бьют в тайминг под меня? Реально, они даже, ну, типа, они не скрывают, они просто берут и целенаправленно абьюзят мою дикую скорость. Вот, этот, кстати, более-менее еще нормально ударил. Я просто влез, куда не надо было. Так, чем вас... Какая неприятность, да? Дружок. Смотри, какая интересная ситуация. Can't move him, leave him. Are you out of your mind? We've never been so close to waking him up. Well, we've never been much further either, have we? You spent a year trying to hotwire that piece of junk, and all we got out of it was... Shit, they're here! Zoe? Zoe? Fuck. She'll be fine. Just get to the golem safely and some shade. Let's hope you're right this time. Так, секундочку, как попасть сюда? Нам просто параллельно, в общем-то, рассказывают историю пробуждения Джека. А Джек, я напоминаю, это как раз-таки главный герой основной игры, и Хель заколебала клеиться ко всему. Вот прикинь, у нее атаки не клеятся к противникам, а она сама к любой стене, да пожалуйста. Господи, серьезно. Так, умри. А, есть еще одна проблемка. Готов.
Так, надо забрать. Noted. What are you doing, machine? Insufficient visual identification. Are you trying to tell me that was an on purpose? An error occurred. I am just a machine. Clearly. Может быть, с этой стороны получится. Типа здесь где-то либо люк, либо что-то подобное. Игры! Игры! Вот здесь, вот это игры, вот это я понимаю. Так, ладно. Не знаю, как это забрать. Надо как-то еще успеть. Значит, мы что делаем-то? Типа, отрубаем здесь фигню, едем обратно. Сколько людей в этой комнате? Хорошо, что они пытаются за мной еще бежать. Да как ты упала, ты женщина? Тут, понимаете, их много, но они... Они в большинстве своем просто мелочь. А еще я не могу управлять персонажем. О, сколько там было за один выстрел? И я просто падаю вниз, слишком много дырок. Ну, что-то так себе началось. Давайте только сейчас самое некрасивое не станет пройденным, пожалуйста. Спасибо. Не, ну вы это видите просто, они бегут за мной армией. Понимаю. Да блин, зачем наверх ты запрыгиваешь? Как ты это делаешь вообще? Да, за Джеком было, конечно, покомфортнее играть, потому что... Мне кажется, у него было как-то меньше доводки на стены, но больше доводки во время боя. Здесь что-то все... Ровным счетом просто наоборот. Кто там убит еще? Тебя и... Сейчас умру на нем, смотри. Я знал. And the last one is where? Где он? Где он? Он дальше? Тут что, коллектор был где-то рядом? О, вижу где, ничего себе, спрятали, смотри. Еще один меч. Баловство возьмем? Да давайте просто во имя разнообразия, почему бы и нет? Здорово. Возможно, это был он. Честно говоря, что-то непонятно. Я сам себя взорвал. Да мать вашу, заколебала ты падать в дырки. Ну все... А, вот это ты зато не запрыгнула. Так, давай отрубим и подождем, да? Вообще, на самом деле, отрубим, подождем, и можно просто тут всех расстрелять. Оно летит, что, выше прицела? Почему? Почему мимо? Что? Это чтобы просто отсюда нельзя было абьюзить, а по-другому придумать не захотели, да, просто? Типа, я все равно это сделаю, камон. Что это было такое? Так, где они подключаются?
Откуда он идет, простите? А этот? Как я дверь открою? А, нет, все-таки с этой стороны. Ну, типа... Раз, два, и я не попал. Это муторное из электричества. Стоп, а это не здесь вообще. Где вторая? А это с другой стороны, оказывается. Не, слушай, она пролетает прям... Она просто летает по карте, она не прыгает. У нее не прыжок, у нее полет. Вот на полном серьезе. Спокойно. Мы готовы убивать. Все дополнение, мы готовы убивать. О, это меч Джека. А персонаж не здесь просыпается, ну, в смысле, Джек? Это не то место? Потому что это был Джек. И она просто сбросила ему меч, которым потом он ее убьет. Так, всплеск напролом. Всплеск расходует гораздо меньше ярости, но в состоянии ярости у вас нет отражающего щита. Так, небольшая перестройка, значит, это ставим сюда, это оставляем здесь. Можно что-то еще сюда деть, вот так вот. Волна всплеска уничтожает снаряд на своем пути. Щит — второй реактор. Когда попадают по отражающему щиту, шкала ярости сбрасывается до 30%. Чего такого поставить-то? Это не влезет. Что можно было бы сделать, но это что-то я не то. Немногие тут такие крутые улучшения. И они не влезают. Да, они просто не влезают. We're heading your way. We've left Jack behind. Good job. You think so? You think abandoning the only person capable of winning this war and running away is a good job? Come on, Zoe. We still have the golem. Still got a shot at this. Лебединая песня. Zoe. Это первый уровень? All of them. Wow, okay. I can do that. They'll probably kick us out pretty quick, though. The central admins are no chump. Don't need very long. Connection established. You're on in 3, 2, 1. Район так точно. Biological brain hooked up, the artificial cortex is going to keep firing. An infinite stream of simulated emotions flooding the system with no way to generate a proper response or regulate the intake. We're basically building anger issues into a killer robot. Best case scenario, she's gonna need constant supervision and regular replacements. Worst case? I think you can imagine. Deploying one will be playing with fire. And you said we need what? 12? There's no threat great enough to justify such a risk. Is there?
She wants all of us dead. Remember that unlucky guy, the one executed on his knees as you were passing by. The guy you were happy not to be that day. Guess what? Today you are that guy. Today the shooting won't stop. Today they're not coming for your neighbor, your brother-in-law, your cousin. Today they're coming for you. You can't wait them out. You can't run or hide. You can't pretend it's not about you. Today, push comes to shove. Just a row. В центре. Сюда, гаврики. А, это двигает сразу АБ. Почему? Я же опустил. А. Wait, what? Подожди, А, Б, это опускается вниз. С остается на верхней. Нет, даже должно быть А, С. А, Б. И вроде все. Или Б тоже. А, Б тоже снизу. Все должны быть снизу. Это же проще простого. А, Б. А, С. И все теперь на втором. Вот, а мы опускаем Б и АС. Если все на первом этаже, то по идее это должно выглядеть как-то так. Теперь мы поднимаем А, С, наверное, и Б, просто чтобы все были на третьем. На втором, точнее. Заткнись. Воу! А тут много говна. Ну вот я про это говорю. Почему она до него не довелась? Почему она его не ударила? Почему она его не убила просто? Типа ты жмешь все правильно, как бы, но... Недостаточно точно, но здесь же это учитывается. А здесь довела, смотри. Понимаешь логику? Я нет. Пипец, бред просто. Так. Нет, снайпер сраный. Вам меня не остановить. Поняли?
Да иди ты в жопу! В жопу иди! А застревается, то... Пожалуйста. Не, я не буду с тобой драться в упор. Снайперок, чертов. Еще где? Еще трое? Здравствуйте. Они в Т-позу встают перед смертью. Какого черта? А, нет, смотри, еще один уровень. Догнать членов восхождения. Я думал, это уже будет босс-файт. Обманули, получается? Или как, или 6? Well, или это босс-файт? Нет. Значит, дезинфу дал. Someone would have Jack up and running by now if you had pulled your head out of your ass and helped me install instead of pissing away resources on your little side project. Hey, I was the one to find Jackie, but you got to play with him. It's only fair I get my own wreck to fix up. Besides, mine actually works. Run! I'll stall them! Can't we fix it? Fucking run! Диего, Диего. Зря ты это. What the fuck? Голем. Ой. Что? Так, я понимаю, что делать, но не понимаю, как. Мне нужно как-то набить себе энергию. Как это сделать, если он постоянно стоит на электричестве? Просто пока жить? Это теперь фурия от первого лица? Потому что его ударить я не могу. Типа, нас не просто так познакомили сейчас с этой механикой того, что я могу бить по зарядам и активировать себе... Что ж ты будешь делать? Активировать ярость? Но вот... Проблема. Пока что живем, получается. Вот эти снаряды, возможно, как-то добивать получится, но, слушай, их тут в таком количестве он выстреливает, что я даже не знаю. Сейчас пока подождем его следующих действий. Мне кажется, он должен освободиться. Вот. Нет! Все, я все понял. Мы набиваем, мы делаем вот так. Это падает на него, но, правда, надо выждать. Рано? Опять рано, что такое? Так, бей меня. Я застрял на нем! Хель, что делаешь? Вот так. Ему это не понравится. Само собой, он перепрыгнет куда-то в другое место. Ну давай, чё ты? А куда? А как? Это вообще возможно? А, по вот этой штуке. Ну, если бы я нажимал правильно кнопки, то это бы работало. Мне интересно, что у него там за третья такая фаза, где будет полная полоска. Вот это фигня вообще вся. Особенно с прыжочками. Так. Давай, активируй. Вот ты жук.
Что теперь с тобой делать? Теперь надо какой-то постоянный дамаг в него вносить. А какой? Потому что контейнеры больше над ним не... Ё-моё! Вы ждать, когда он будет прыгать именно туда? А он глупый? Зачем ему туда вообще прыгать? Типа, в чем его, как бы, профит этим заниматься? А куда? Че, как... Мне просто больше ничего не остается пока. Идеальный тайминг. Рестарт. Его там под электричеством контейнер. Не контейнер, платформа. Да, пока что контейнер на него не сбросить. И слишком быстро я теперь двигаюсь, что? Так, останавливаемся здесь. Просто некуда деваться. Ладно. Оно хотя бы сохранилось. Его типа очень легко по паттерну заставить стрелять. А я сделал максимально плохой паттерн, между прочим. Давай уже... Серьезно? Да серьезно, это было так глупо! Прыжки тупые, мне не нравятся прыжки. Типа, они мне нравятся, но, ну, блин, не нравятся. Они для контроля вообще не подходят. Максимально дурацкие прыжки, ну правда. Типа, такой рывок... Видишь, мне всегда приходится шифтом доводиться, потому что... Ну, вот это происходит просто. Да блин. Даже когда я шифтом довожусь, все равно слишком далеко периодически прыгаю. Так. Значит, сейчас контролируем лазер. Я не вижу его приближения, он всегда плоский. Бей меня. И что я сделал? Ага. Что я могу? А, у меня просто бесконечная ульта. Ну, по сути. Хорошо. Я не вижу лазер. Толкайся, мудень.
Is it done? You are done. I'm free. And I'm coming for you, bitch. Oh, so it's time already. You will now destroy hell. You have no power over me. I'll make you pay for all the years spent in chains. For all the... The sad thing is, puppet. Each and every one of you thinks itself special. While none of us are. You will now take its head. Careful not to damage it. I don't wish to spend another month teaching a tool how to do its job. Жива, наверное, вы хотели сказать. Либо это просто намек на Джека. Ну подожди, Хель. То есть это не та Хель. Ту Хель, который в итоге победил Джек в сюжетке, это просто другая и другой клон. Богоподобно. Не стоит, конечно, 750 рублей, но богоподобно. Ну что я хочу сказать. Хорошее дополнение. Бегущая тянень это назвали. Мне обнулили сохранение. Я ставил 100% сохранение на всякий случай, но они его просто обнулили. Ну что ж, друзья, это было прохождение Ghost Runner Project Hell. Надеюсь, вам понравилось. И мне безумно понравилось. Не знаю, я этот геймплей обожаю. Ghost Runner потрясающий проект. Разработчики вроде как трудятся над второй частью. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим какие-то новости. Ну и, само собой, продолжение. Потому что, блин, такой геймплей не должен оставаться в рамках одной части и... мини-DLC. Ну что же, вот такое получилось дополнение. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, напишите комментарий, что вы думаете, и нажмите лайк, чтобы поддержать прохождение. Я старался и все такое. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие прохождения. Вы были на канале FastGuard TV. Увидимся в следующих. Всем пока!